Почему снится руководитель толкования сна по 90 сонникам? Сборник сонников «Соник 21 века. К чему приснился руководитель во сне?» Приснившийся непосредственный руководитель предвестие сложной обстановки на работе, обсуждать с ним производственные вопросы, значит, у вас появится возможность дополнительного заработка. Если во сне вы являетесь владельцем ресторана или гостиницы, такой сон сулит вам большие деньги, неожиданный выигрыш или получение непредвиденной прибыли. Быть во сне владельцем секонд-хенда или комиссионного магазина, значит, что если вы вскоре примете неправильное или ошибочное решение, то оно обернется для вас большими проблемами или финансовыми убытками. Если во сне вы считали себя свободным человеком и неожиданно у вас появляется хозяин, такой сон является отражением вашей некомпетентности в работе. Если во сне вы являетесь лидером группы людей или неформальной организации, такой сон предвещает вам неприятности из-за вашего упрямства, самолюбия и гордыни. Быть во сне лидером преступной группировки означает, что вам необходимо быть особенно внимательным при общении с людьми, чтобы не сказать чего-нибудь лишнего. Возглавлять во сне мафиозную структуру – предвестие проблемы из-за друзей или родственников, и вам придется помогать им выпутываться из грязного дела или больших неприятностей. Соник – странник о толковании сна, руководитель по сонику. Руководитель – порядок дома и на работе. Руководить самому, приближать, торопить события, недовольство ходом дел. Управляет тобой, быть рабом своих страстей, пешкой в чьей-то игре. Видео, к чему снится руководитель, тема сна, профессия, род деятельности, общие.